Плюс один музей у Дніпрі. До 100-річчя із дня заснування органів юстиції України 20 липня у Дніпрі відкрили тематичний музей. Відтепер кожен охочий зможе прийти до обласного управління і побачити, як саме розвивався цей державний орган саме у нашій області. Організатори музею кажуть, збирали експонати по усіх усюдах і не один рік. І по кусочку давай. Машинки Underwound, арифмометри, законодательство, которым тогда пользовались государственные исполнители, но они назывались судебные исполнители. Это первая часть. Второе – это становление органов юстиции в Днепропетровской области. Там представлены года и фотографии начальников, которые возглавляли этот орган. Есть у нас экспонаты, нотариальные акты, которые были выданы нотариусами еще 28-го года, 21-го года. Вы можете их тоже также наглядно посмотреть. Они тоже сканированные копии. Есть печати нотариусов удостоверительные, которые они использовали в своей работе именно 90-е годы, они тоже также в широком ассортименте представлены в нашем экспонате. Любой может зайти во время, когда работает управление юстиции, зайти, посмотреть музей. Двери всегда открыты. Управление работает с 9 утра до 18 вечера. Период с часа до двух.